держите за ручки. И позволяйте детям дотрагиваться руками и дотягиваться ногами до неподвижных частей балюстрады и эскалатора. Итак, я вас приветствую. Сегодня 31 декабря, год 2018. Пока еще. Но осталось его всего лишь 4 часа до Нового года. Вот. Я вроде как обещал показать предновогоднюю Москву. Но поскольку если я сейчас это не сделаю, то уже все. Вариантов не будет. Предновогодних больше не будет. Так что вместо того, чтобы сейчас сидеть и пить чай с медом и вареньем. Кстати, спасибо вам за ваши хорошие комментарии на канале. И за использование вашего ника. Вот, я вот решил выйти. В общем, не жалею, потому что, ну, погода хорошая, скажем честно. У нас там в Коломенском снег шел, вот это несколько огорчало. А тут снега нет, не знаю, может, не дошел еще. А может, он такой маленький, что я его не замечаю. Вот. Ну, просто я как бы не могу промолчать. Ведь омрачает, конечно, вот эта трагедия
с обрушением дома. Но что поделать, мы живем в таком мире, в котором неизбежно что-то случается. Поэтому, так сказать, если это уместно, приношу свои соболезнования. Что я еще могу сказать? Вот, так что у меня сегодня какой план? Как говорится, жизнь невозможно провернуть назад. Но вот я попробую сегодня это сделать, в том плане, что я несколько дней назад прошел вот Театральный через Красную площадь и вот сюда, до Тверской. А сейчас попробую наоборот все это проделать, если удастся. Тут какие-то митинги. Ну нет, на митинги я не пойду. Даже не буду выяснять, кто это и что это. Не то время. Так, 17 секунд. Ну, пойду. Народу много. Народу очень много, даже в метро. Да заканчиваем, заканчиваем переход. Так, не знаю, куда себе туда пройти. Потому что тут, по-моему, все... Все очень-очень... Как бы вам это сказать? Ну, вы поняли. Суровые меры безопасности, которые, наверное, еще и ужесточились. Ну, посмотрим, что тут будет. Нет, так я, в конце концов, и сверну куда-нибудь в другое место пойду. Сунул руку в карман, а там мешок с орехами у меня. Ходили сегодня с супругой в Бирюлевский дендропарк, там кормили птичек, белок. Вот так вот я и забыл, выложил. Так и лежат у меня орешки. Ну, вряд ли здесь я белку встречу, чтобы ей отдать все это дело. Да, но тут гремит музыка. Наверное, и голоса не услышишь. Посмотрю, насколько там все это серьезно. Если там выложите все до тех пор, пока не перестанет звенеть, то, наверное, нет. Потому что я ключи отстегнуть не смогу. Спасибо. Я не пью, я больной человек.
видите как, все обошлось. С вами счастьем поделюсь, всем сегодня точно хватит, я это знаю и не боюсь. Пусть на этой сцене однажды точно так же слова мои сможет пробить когда-то каждый слова любви. Thank you.
вообще. Тут какая-то засилье космической тематики. Yeah.
как следует. Салат. У тебя готов салат? У тебя готов салат? У тебя готов салат? У тебя готов салат? Что-то видно, но там два человека на канате через Тверскую переходят. Один немножко чуть-чуть. Задумано для куража, но тем не менее. Все завороженно смотрят и, давайте честно скажем, думают, упадет или нет. Но там страховка, все нормально, не переживаем. Она опять, между прочим, изображает падение. Ладно, все.
пошли. О. Еще один красный вот там вот ходит. Ладно, все, хватит голову задирать. Назовите его двумя словами. Ясно, тут викторина какая-то. А это подсвечивает канатоходца, я так понимаю, но что-то он как-то его... С этой стороны немножко видно, да. Ну давай, 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 давай. Ну, ну. Последние шаги остались. Публика требует. Ну. Так, все, молодец. Ну что ж, теперь обратно иди. Опаньки. И тот тоже уже другую тактику применил. Так, Надежде. Да?
Лучше бы, наверное, на скрипке играть. Думаешь, в такие моменты.
А еще есть замечательный инструмент треугольник. Это вообще мечта, наверное. Можно в карман положить. Раскрашивают шарики, даже не раскрашивают, а как бы блестками украшают. Ну, не буду я мешать. Ну, в общем, мажет клеем, вы поняли, да? Потом как типа из солонки так же вот посыпают блестками.
как, а тут хоккейное поле соорудили, смотри. Или хоккейная площадка, надо говорить, наверное. Метеоры ракет, по-моему, да, там было в мультфильме. Ракета. Thank you.
Я не хочу на канатную дорогу ехать, а если меня вот сюда, наверное, закрепить, то все уже, канал явно прекратит свое существование. Дошли до Манежной. Интересно, тут как, можно идти дальше без переходов или как?
цветочки, давайте покружимся с вами. Тут росочка, тюльпанчики я тут вижу у нас. А дорога вся усыпана вот конфетти каким-то крупным. Нет, тут еще что-то пробирается через людей, из поток людей. Шар висит, я даже и не заметил.
вот короба, которые прикрывают кабели, вот, идущие к елкам, там, к павильону. Они лежат, они скользкие. И о них очень легко споткнуться. О, народ-то сколько, а, слышите? До Нового года, между прочим, 3 часа. Скользко. Скользко. Тут еще уклончик такой назад. И плиты. Как это? Брусчатка, вот слово. Подзабыл. Брусчатка скользкая. Хорошая идея.
давай на свой тестинг сделай. Бля, Кристина, твои Кристины, блядь, придется переснимать видео. Дебил ты, ебать. Очень скользко, ребят. Посмотрите, как люди идут, как и я также иду. Вот как корова на льду, лучше не скажешь. Чего, будет 2019 рублей? Зачем тебе? Все, 3 часа осталось, я имею в виду. Надо мне выбираться отсюда, потому что скользко. Снежок так падает, новогодним вот. Why?
Go. Так, вот тут я, пожалуй, просачусь. Опаньки, вот то самое. Я же говорю, что очень скользко. А вы, наверное, мне не верили. Ну что, все, в общем-то, план я выполнил. От Тверской и до Красной. Так, здесь я, наверное, сверну. Чем-то мне напомнила вот эта вот прогулка. Так, выйду-ка я туда, тут тесниться неохота. Напомнила мне чемпионат мира по футболу. Также много людей. Разноязычная речь, все улыбаются. Что-то есть. В общем. Ну и маршрут, конечно, да, собственно говоря. Сейчас опять на Никольскую, но она, конечно, уже не та, что была в те летние дни. Но украшена, по-моему, так же, свисающими вот этими такими не гирляндами, а какими-то сосульками, что ли. Сказал, что Никольская не та, может быть, я и поторопился, там опять такое же что-то похожее. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо веселье, но пробираться через такую же толпу, как во время футбольного чемпионата, я не хочу, честно скажу. Thank you.
твоей груди, мы с твоей обувью будем ходить босиком. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Видели в ночь, гуляли всю ночь до утра. Так, ну что, налево идти или направо? Ладно, пойду туда, в сторону Лубенки. Потом, может быть, с другой стороны до Театральной дойду. Время вроде бы еще позволяет. Велик соблазн, конечно, туда, на площадь Революции, метро, но нет. Хочу взглянуть на Лубянскую площадь. Я помню, там в середине елка с таким навесом большим была. Как она выглядит. Thank you.
Широкую. Так, ну вот и Лубенко. Ну вот, согласитесь, что вот эти вот мусоровозы или кто там они несколько портит картину, правда? Если бы я знал, я бы, наверное, даже не пошел. Вот. Так, ну я могу, конечно, войти в метро здесь, но придется делать пересадку. Так что пойду я до Театральной, заодно еще немножко поснимаем. Да. Права была моя супруга, когда я уходил, я сказал, я ненадолго, на часочек. Но мне было сказано, что, ну, главное, к 11 приходи. Я еще посмеялся, на самом деле, так оно и получится. Да. Так, а там я не понял, тоже что ли пешеходный?
Чё, я опять? Ой, господи. Ёлки-палки. Опять. Замечательно, я уже с той стороны проверенный, с этой проверенный. Нет, против такого досмотра. Ну это не досмотр, господи. Я лично ничего против не имею. А вот когда вот выложите все до тех пор, пока будете проходить через рамку и не будет звенеть, вот это вот уже. Этого я уже делать не буду. Мне тут что, вообще все с себя снимать? А это не досмотр. Тут, в общем, все что угодно можно пронести. Ну машины-то ладно, пусть они стоят, так сказать. Но зачем двигателем работать? У меня уже горло першит. Да, замечательно. Картина у Большого театра. Там все уставлено полицейскими машинами. Не, ну мне-то все равно, конечно, а вот тому, кто приехал откуда-то снимать, может быть. Мне кажется, что это не очень. Соревнования у них. Друзья, сейчас пытаемся узнать, какой же размер лучше. Что побольше или то, что поменьше. Ну, если речь идет о колесах. Это очередной этап гонки, не боюсь этого слова. В самом сердце города сейчас состоит очередной этап гонки. Я бы сказал даже не на жизнь, а на смерть, но, конечно, никакой смерти, все позитивно. Ну вот сейчас у нас питбайк на маленьких колесах и питбайк на больших. Что такое питбайк? Это вот такой вот маленький мотоцикл, на котором нельзя ездить по городу, но можно ездить по лесу. Он выглядит детским, и часто покупают его детям. Но на самом деле даже такие взрослые, серьезные дядьки могут кататься на питах. Это модно сейчас. Много блогеров об этом пишут. Это популярная штука.
Давайте поприветствуем их, друзья. Это будет заруба. Опять. Снова. Немножко публика подарит. Публики от Сергея. И публики от Сергея. На самом деле два Сергея у нас в этом ралли участвуют. И оба не умеют жарить публики. Какая-то у них очень такая сальная тематика юмора. У него, у того, кто ведет это все действо. Рейдеры на исходную, публика, поддержите! Публика, вы здесь, поддержите! Ну хорошо. Предположим, публика поддержала. Охраняют Карла Маркса. Так, а как же мне просочиться туда, в метро-то? Эпичного противостояния. Бэтмен против Супермена, это просто дети по сравнению с этими ребятами. И состав, внимание, поехали! Вот там, наверное. Она очень сложная. Она не прощает ошибок. Как и на Тверской, такая же, в общем-то. Все, пойду я к метро уже. Ну все, я думаю, что вы получили представление, как выглядел предновогодний вечер 2018 года в центре Москвы. Мне на Тверской как-то больше понравилось, чем все остальное, вот так скажу, больше, чем что, чем все остальное. Так, надо спуститься. Знаю, может. Это лично мое, но мне как-то вот на Тверской более душевно, по-моему. Хоть каждый хочет танцует, хочет слушает, хочет просто идет. А здесь вот как-то вот один такой человек пытается хохмить, как ему кажется, смешно. Что-то такое завести публику. Ну, не знаю. По-моему, ему это не очень удается. Да и вообще тематика какая-то. Совсем не новогодние. Ну, питбайки, зачем они тут на Театральной площади? Знаю. Ладно. Оставлю эту тему. Даже горку охраняют гвардейцы. Даже горку. Так, ну что, друзья, все, подходит место и время, так сказать, уже, наверное, пора заканчивать мое последнее видео 2018 года. Ну, увидите вы его, я надеюсь, кто-то в первый день года 2019, кто-то позже, но во всяком случае не в 2017. Так что я поздравляю вас с новым 2019 годом. Вы чё? Всего вам хорошего. Вот пусть кто что для себя желает, вот то и я вам желаю. И пусть оно
сбудется. Все. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч, я надеюсь, в новом году с новыми видео. Всех с Новым годом! Я тебя случайно...